Я недавно на этих днях побывал здесь вот в молодежном форуме Афины. И был очень удивлен и восхищен стремлением устроителей этого лагеря к воспитанию молодежи. Сколько глубокого смысла вкладывается в это действие. Действительно понимаешь, что молодежь не хотят упустить, не хотят, чтобы они ушли в какие-то тенеты, из которых потом очень трудно вытянуть людей. И вот эта молодежь, талантливая, очень толковая молодежь, вот они обратились ко мне, чтобы осветить это место, чтобы получить Божье благословение на их труды, на то доброе, на то созидание, которому призвано это мероприятие. И я для себя понял, что большое дело, великое дело воспитание молодежи. И очень хорошо, что этому уделяется огромное внимание. Безусловно, будут трудности становления этого огромного комплекса. Но слава Богу, мы имеем пример детского Артека, где дети действительно очень многому доброму учатся. И учатся прежде всего взаимной поддержке, учатся дружбе, учатся уважению.